Они пишут для всех прекрасную историю на льду, соединяя воедино спорт и искусство, силу и чувства, открывая свою душу зрителям. Сейчас на этот лед выйдет удивительная спортсменка, чья сила духа поражает. Дальнейшие комментарии излишни. На льду заслуженный мастер спорта, чемпионка России, чемпионка Европы, олимпийская чемпионка Пекина в командном соревновании Камила Валиева. Thank you.